как-то здесь хаотичное движение. Ни пешеходных переходов так особо, все ходят где попало. Площадки и машины ездят, я думал, пешеходный переход, то мы ходим где попало. Ну да, пешеходная зона. Так, и смотришь на площадку, у нас это обычно пешеходная зона все время. Какие-нибудь улицы, типа как Могилёв или там Минск, где только для пешеходов, а тут лишь все дети. Как назло затих. Зрителей немного совсем.